7 июля 2017 года в Герценовском университете состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников. В год 220-летия Герценовского университета дипломы вручены почти 4000 выпускников. Более 850 получили дипломы с отличием, из них свыше 400 – это выпускники магистратуры. Лучших из лучших поздравили руководство Герценовского университета, общественные деятели, представители органов исполнительной власти, известные ученые и деятели искусства. У нас сегодня прекрасный, замечательный, радостный и немножко печальный день. Мы с вами прошли большой и значимый путь. Сейчас у вас практически безграничные возможности. Наш сегодняшний день будет в значительной степени определяться вами. И этот сегодняшний день не только нашего университета, но и сегодняшний день нашей страны. Вы идете с этой новой удивительной энергией, с удивительным чувством. Я посмотрел на ваши лица. Они прекрасны. Дай Бог вам всего самого наилучшего. Много-много счастья во всем. И в личной жизни, и в общественной, и в труде, и везде. Поэтому я желаю вам всего самого хорошего творить для нашей России, потому что это удивительное. Наша страна, наша Родина, которой мы все призваны служить. Свои поздравления выпускникам подарили президент Герценовского университета Геннадий Бордовский, известный теле- и радиоведущий Сергей Рост, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Павел Камчатный, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, почетный профессор Герценовского университета Валерий Соломин и многие другие. С творческими номерами выступили артисты студенческого театра современного танца Герценовского университета и студенты Института музыки, театра и хореографии. Для лучших выпускников музыкальные номера подготовили народный артист России, профессор кафедры сольного пения и солист Михайловского театра Николай Копылов и стажер кафедры сольного пения Ин Лай, а также солист ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов.